Добрый день. Глубокая осень в Болгарии. Наверное, градусов 8 тепла всего-навсего. 17 ноября. Вот что я хотел вам сказать. Сколько я занимаюсь бизнесом, столько лет сетевым маркетингом, столько лет я удивляюсь, до сих пор удивляюсь, почему люди такие. Почему люди такие странные существа? Ну вот спрашивается, почему? Почему не все сразу, сходу видят ценность нашего предложения о бизнесе, например? Почему многие люди вообще отвергают всякую возможность зарабатывать таким образом, как мы зарабатываем деньги себе на жизнь? Почему у них в голове такие представления, которые не позволяют им даже начать слушать, как-то вникать, рассматривать эту возможность? Море таких людей много. Но я обратил внимание, что некоторые люди под воздействием различных факторов, время, информация, поведение наше, уверенность в себе, подкрепленная, скажем, чеками или результатами от использования продукта, демонстрацией своего успеха, некоторые люди свои представления меняют и превращаются в достойных, толковых сетевиков, приверженцев этого бизнеса, и сами удивляются, как они раньше не понимали. Конечно, тут все не так просто, не все на поверхности лежит, и, может быть, корни этого явления, непонимание людьми гораздо глубже, чем я сейчас пытаюсь сказать, но у многих людей, почему нельзя никого судить, во-первых, критиковать и оценивать? Потому что каждый человек уникален, и он попадает в свою собственную ситуацию. Мама, папа, бабушка, дедушка, школа, улица, детский садик, я не знаю, что еще, телевизор, какие-то знакомства, книжки, фильмы и прочее, 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 что с малолетства формирует нас как личность, выстраивает в человеке какую-то систему ценностей. Что-то узнал, что-то закрепилось в голове. Какая-то информация, какое-то знание превратилось в убеждение. Потом превратились в постулаты, в твердое убеждение, как камни. И эти камни укладываются в стену. И вырастает постепенно цена, которая называется система ценностей. И опираясь на эту систему ценностей, человек живет. И все, что не подпадает под эту систему ценностей, не стыкуется, не совпадает и не увязывается никак, человек отвергает. Если он с мозгами, то он просто не принимает, не слышит и не вникает даже. А если он еще и без мозгов, то он агрессивен. Он начинает влиять на других, доказывая, как они должны жить, чем руководствоваться и куда идти. И когда мы сталкиваемся с людьми, которые нас не слышат или не понимают, мы сами, сложив свою собственную стену, свою собственную систему ценностей, посылаем стрелы в них и говорим: идиоты, не понимают, что такое сетевой бизнес. А как ему понять, если он вырос в такой среде, где это дело презираемо вообще? Он это впитал, как говорят, с молоком матери. Чтобы разрушить у него это представление, потребуется время, а может быть и вообще никогда. Если цемент смертельно крепкий, то все, кирдык ему. Наша ли это забота? Наша. Можно ли влиять? Можно. Можно ли подписывать людей, даже тех, которые сегодня нас не слышат? Нужно. Каким образом? Нужно из этой стены, на которой они стоят, вышибать камни. Вышибать камни. Например, он уверен в том, что так у него сложилось. Папа так говорил ему. Или на работе кто-то вякнул, или еще где-то он услышал, по телевизору кто-то сказал, или в интернете он прочитал какую-нибудь информацию, получил. И у него
улегся в основании его убеждений, системы ценностей, камень о том, что в сетевом маркетинге денег нет. Хоть кол ему на голове тиши, он в это не верит. Как быть? Но если ты его любишь, если он твой друг, если он твой собрат по жизни, и ты с ним имеешь общение, почему бы тебе не вышибить этот камень и не показать ему? Смотри, Коля или Маша, вот я начал этот бизнес в сентябре, и за сентябрь заработал $200. Вот смотри. Ой, да я в эту ерунду не верю, не надо мне даже рассказывать об этом. Это все фигня, это все вы пыль пускаете в глаза. Окей, можно я буду тебе показывать каждый месяц свой доход? Можно? Разреши мне, я ничего не буду говорить, просто буду тебе показывать. Договорились? Вот октябрь, вот плюс $400. Смотри-ка, вот, смотри, $400. Вот я их получил, вот карта, вот я прямо при тебе снимаю. Вот давай посмотрим баланс на карте. А вот ноябрь. $900. А вот смотри, в моем бэк-офисе, смотри, сколько уже людей. 150 человек. Вот их фамилии, имена. С ними можно поразговаривать. Вот этот заработал уже $100, вот этот 500. А этот лучше меня вообще $1000 заработал. И вот постепенно вот так вот я строю. Вот декабрь месяц, вот уже $2000 у меня, смотри. И начинает камень шататься. И его представление о том, что в сетевом бизнесе денег нет, начинает приобретать какую-то зыбкость. Он начинает размышлять, возможно. Кому-то достаточно 4 месяцев, он скажет, ну ладно, все. Особенно если у него долги, обстоятельства давят, и он разумный человек. Но если он лентяй, то он, конечно, так упрется на свою систему ценностей, лишь бы ни хрена не делать, что его трудно будет раскачать. Но думающих людей, которых просто жизнь заставила думать и оценивает наш бизнес таким образом, обстоятельства и мы, наш успех, наш результат, наша деятельность, наша радость, наши эмоции, наша правда, которая скрыта в глазах, они могут изменить кое-что. И эта стена, на которой он стоял, начинает рушиться постепенно. Так происходит очень часто. Много людей таким образом подписалось в мой бизнес. Поэтому я вам рекомендую, если человек не реагирует сразу на ваше предложение, то это не означает, я всем знакомым рассказал, никто не хочет. Вы еще ничего не сделали, вы только начали. Расшатывать ему его стену. Докажите своей работой. Докажите своими результатами, своей радостью, своими вот лучащимися от счастья глазами, экстаз от денег, ощущение, что ты в теме, что ты попал в нужное место. Вот этим надо его взять. И тогда все. Вопросов нет. Любой человек реагирует так, как надо. Подумайте над тем, что я сказал. Желаю вам удачи. Всего доброго.